Женский волейбол – зрелище завораживающее. И сегодня это таинство держит в напряжении болельщиков, пришедших в спорткомплекс «Дворец молодежи». Здесь проходит зональное первенство России по волейболу среди девушек 14-15 лет. За выход в финал в течение недели боролись 10 команд Сибири и Дальнего Востока. Повезло лишь двум. К радости омских болельщиков, наша команда приняла участие в розыгрыше золотых медалей. Сегодня все дела отложили и приехали болеть. Ваши пожелания команде? Ну, мы желаем, чтобы команда была уверена в себе, оптимизма ей побольше, и мы все за нее будем болеть. Команда должна выиграть. По волейбольным меркам финальный матч длился недолго. Соперницы омских девушек, гости из Новосибирска, достойного сопротивления оказать так и не смогли. Трех партий хватило нашим девчонкам, чтобы доказать свое превосходство. Пытались сражаться, но команда превосходит в росте, но мы думаем, что догоним. Они вот очень много подач не подавали, и вот мы старались принять. И вот доводили, Вика вот наши лидеры забивали, до пола аж. На этом мы выигрывали. Итог турнира – чемпионки сборная Омской области. На второй позиции расположилась команда Новосибирской, на третьей – Республика Хакасия. Право сыграть в следующем этапе первенства России также получили волейболистки Хабаровского и Алтайского краев. Призы лучшим игрокам турнира вручили бронзовые призеры чемпионата России 2013 года, участницы Европейской лиги чемпионов 2014 Виктория Кузякина и Ольга Терехина. Призы из рук профессионалов, на которых начинающие звезды волейбола хотят быть похожими. Девочки стараются, растут. Ну, будет из них замена, не будет. Они будут стараться и стремиться, потому что они хотят играть в амички. Но я думаю, спортивную карьеру дети могут сделать. Может быть, не все. Кто знает. Медали первенства России разыграны. И вдвойне приятно, что золотые награды остаются в нашем регионе.